Так, ребятки, приветствую. Хочу выпаять такие классные оранжевые светодиоды из одной из тушек телефонов, коих у меня миллион. Такие я не видел такой цвет, что-то не могу найти. Вот. Попробую паяльной пастой, ой, станцией выпаять его. Вот. И заразом хотел показать вам такой флюс F99 на базе живицы, он такой. Отличный флюс, я просто был в шоке. Ну, опять же, я такой колхозный в этом плане парень. Я привык постоянно пользоваться канифолью. Вот. А у канифоли есть большой минус. То есть, если мы наносим, пока донесем ее до места пайки, она просто испаряется и все. А здесь, получается, я наношу ее на место спаивания. Паяю, и просто красота происходит. Все спаивается, просто шикарно. Вот, поэтому я сейчас попробую нанести, не жалея пасту. Ой, ну, флюс. Кстати, BMG этой пастой я пользовался, тоже ролик покажу. Может, и здесь покажу, в этом ролике. Я тоже не работал с этой пастой паяльной, но очень доволен. Просто творит она чудеса, честно скажу. Так, сейчас попробуем выпаять светодиод без его разрушения. Так, так, вот у нас есть первый светодиод, мы отпаяли. Паста нам помогает, плюс вернее, он помогает нам без больших разрушений отпаивать их, не бояться его повредить. Температуру я поставил около 300 градусов. Надеюсь, они не потеряют свои характеристики. Не хотелось бы. Уж больно классный цвет. И можно их в подсветочку ставить. Такие оранжевые. Вот я наношу опять наношу этот прекрасный зеленый вонючий флюс. Ну, он пахнет. Пахнет, в общем, смолой. Чем он, в принципе, и должен пахнуть. Так, сейчас смажу аккуратненько и отпаяю. Так, дымок пошел, ну это такое. Это у нас дымит флюс. То есть ничего страшного не происходит. У светодиодов главное, конечно, не перегреть его, потому что если мы его перегреваем, ну, он теряет свои властивости, свои, по-русски это свойства. Так, сейчас я все выпаю. Да, сейчас уже. Ну, вот смотрите, вот такая вот оловянная паста. Температура пишет 183 градуса, расплавляется при этой температуре. Вот. Что-то я не сильно верю. 183. Ну, поставим 200. Значит, смотрите, тут ее, конечно, кот наплакал. Мало.
Но штука шикарная, очень интересная. Сейчас покажу, как это все работает. Можно просто рабочая поверхность, смотрите, у нас вот это, да, здесь чуть-чуть олова. Предположим, мы сюда будем паять микросхему с большим количеством лапок. Мы берем и вот так размазываем ее по поверхности этих лапок. Вот мы сейчас намазали аккуратно, опять без фанатизма. То есть мы видим, сейчас я попробую еще показать, поднесу лупу. Ну как-то так, в общем вы, так, в общем, видите, да? Сейчас мы попробуем поднести ближе, дабы было лучше видно сам вообще miracle. Итак, смотрите, я беру пасту, нанес, и вот смотрите, что я делаю. Вот смотрите. Так. Сейчас. Смотрите, я прогреваю. По поводу 200 градусов, это они врали, конечно, паскудники. Я выставляю 300, и тогда происходит то, что надо. Так, еще раз. 300 поставил, смотрите. Видите, что происходит? Полностью у нас произошло такое волшебство, аккуратные дорожки, все красиво. Но, в общем, таким феном паять именно процессора и всякие микросхемы — одно удовольствие. Так что я не жалею, что взял его. Это дороговато получается, этот маленький тюбик где-то порядка 50 гривен. Ну как бы дорого. Так, ну все, ребята, вот такая вот, такое видео ознакомительное. Кому было интересно, лайки ставьте, кому нет, дизлайки. И всего доброго всем, тренинг, до свидания.